Доброе утро! Я сейчас буду завтракать, не выходя из номера. Моя любимая яичница с помидорами, карпаччо из лосося. Пожелайте мне приятного аппетита! Вот, смотрите, здесь доска почета всех клиентов звездных. Тимати, Дима Билан, Николай Баксов. Сейчас у меня второй завтрак в невероятном месте. Я на балкончике буду кушать круассаны и пить кофе. Это потрясающее историческое место. Чуть позже расскажу вам больше о нем. Два зуба похожи на зубы кролика. А еще у меня вот такой плакат. Я его повезу в Москву. Это кролик мой любимый. Да. Варде подарили милого кролика, а Варда подарила девочкам вот такие суперские фотографии, где они с Севаком. Камера, мотор. Это похоже на... Спасибо. Вернее, с отъездом уже сегодня. Последний день уже моего прибытия. Вот и заканчивается мой отпуск в Армении, потому что даже если сюда прилетаю по работе, для меня это всегда отпуск. Вот такие друзья отправляются со мной в Москву. Главная площадь в отпуске. Так, мы идем купить наше любимое вино. Вот и оно. Карас называется. Очень вкусно. Ну вот, лакомство. А это мой любимый чай. Однажды мне мой друг посылал посылку с этим чаем, которую я не могла вскрыть. Кажется, специально включили песню «Армения». Обнимай меня. Мы с кроликом ждем посадки, а пока будем читать книжку. Вот, а еще смотрите, сколько мы всего накупили в Duty Free. Кое-кто у нас летит зайцем без билета. Боже, какое счастье, что у нас в подъезде есть такие тачки. Я бы сама это все в жизни бы не доперла. Я уже дома, все, я вас целую. Ой, я пошла. Кто здесь? Мой котик хороший, ты скучал. Тита, передай всем привет, Тита. Знаете, что это, да? Это такая штука для яблока. Я решила ее применить для королевской груши. Я даже не знаю, что это получилось. Оказывается, полезть на груши была вовсе неплохая идея. Очень удобно кушать. Вкусненько.